кофе причисляют к слабому наркотическому веществу. Кофе. То есть кофе является таким слабым наркотиком. И очень много у нас кофеманов, конечно, и люди даже сами не подозревают, да, того не осознают, как они быстро садятся, да, становятся кофеманами и подсаживаются как бы вот на этот наркотик легкий. И начинает употреблять кофе. Сначала маленькую чашечку, да, выпивает кофе, потом пьют, и каждое утро пьют, и начинается вот у них утро с маленькой чашечки кофе. Конечно, кофе вредит, несомненно, организму, то есть он, конечно, является энергетиком хорошим, кофе, поэтому его любят. Да, его предпочитают как напиток утренний, потому что он является хорошим энергетиком. То есть это хорошее, такое неплохое начало дня, да, кофе, чашечка кофе. Но за этой чашечкой кофе, да, так же, как и за одной выкуренной сигареткой, да, например, скрывается очень, то есть, но это очень вредит в целом, да, нашему организму, и очень такие последствия не очень хорошие от выпитой утром, выпитой чашечкой кофе, да, и от выкуренной сигареты, да, если еще сигаретку взять, покурить. То есть получится, да, не очень хорошо. Это, конечно, вредит организму в целом. И, в принципе, вот сказывается это, конечно, и на вашем здоровье. Последствия, да, то есть очень быстро привыкнуть, мы привыкаем вот к этим легким наркотикам, но получается потом плачевная ситуация, да, получаются вот эти вот побочные эффекты, да, так скажем, побочные эффекты, как от лекарств, да, от химических препаратов идут побочные эффекты. Это и влияние отрицательное на наши органы пищеварения и на нашу психику, да, в целом, на наш организм. Также эти все вот легкие наркотические, так скажем, средства, да, алкоголь, кофе, да, также причисляется к легкому наркотику, тоже очень в целом потом сказывается, ну, оборачивается это все для нас не очень хорошо, оборачивается это все. То есть плачевная ситуация получается. То есть все начинается с маленькой чашечки кофе, да, потом это уже выливается во что-то более большое, да, когда мы начинаем уже принимать большими дозами, да, кофе начинаем пить, и отказаться от этого очень сложно. Потом алкоголь, потом сигареты, потом наркотики, и все. И получается вот этот замкнутый круг, и человек опускается, да, вот погружается в это болото, да, невежество оно называется, да, болото невежества, то есть опускается в эту тьму, так скажем. Тамас погружается, да, на санскрите это называется тамас. Вот, поэтому все начинается, да, с маленькой чашечки кофе. Казалось бы, да, что тут такого, маленькая чашечка кофе, выпитая с утра, ничего страшного, но потом все это, да, выливается вот во что-то ужасное, кошмарное, когда человек сам того не понимая, не осознавая, опускается, погружается в тамас, там, да, в болото. Его затягивает эта трясина, и из этой трясины потом очень сложно выбраться самостоятельно. Это самое важное. Самый важный процесс – это приготовление пищи и потребление пищи. Немаловажный процесс. Мы почему-то к этому относимся спустя рукава. И пропускаем это, мы проезжаем, да, так можно сказать, вот, включая вот эту вот скорость, да, режим. Скоростной есть в машине, да, водитель включает когда скоростной режим, и он гонит без тормозов, что называется, да, и он включает скорость самую наивысшую, и мы проезжаем, мы проскакиваем, да, процесс потребления, процесс приготовления и процесс потребления пищи, мы проскакиваем, то есть мы не давим на тормоза, мы проезжаем это, и потом получается, мы считаем, что это не самое важное в жизни, и мы ищем, почему мы так получилось у нас в жизни, да, почему мы страдаем, почему вот такой конец печальный. Человек падает, опускается на дно самое, да, и попадает вот в эту иллюзию. Вожделение, похоть потом, да, и прочее, прочее, прочее. И потом самоубийство, жизнь заканчивается, да, что человек заканчивает свою жизнь самоубийством.
одевает на себя петлю, или еще хуже, накладывает на себя руки, например, ну, еще что-то более ужасное есть. И все начинается с малых мелочей, что мы не видим вот этого важного, да, что важно это потребление пищи, процесс приготовления пищи и процесс потребления пищи. Это самое важное. И все начинается с еды. Что если мы в еде будем себя ограничивать, да, и воздерживаться в еде, и ставить себя в какие-то рамки, то в более каких-то важных вещах мы также научимся себя ограничивать. Более важные вещи, но это дальше это идет секс, да, мы научимся себя ограничивать в сексе, воздерживаться и прочее, прочее, прочее. Потому что секс, он после еды, он стоит на втором месте. Да, потому что когда мы переедаем чревоугодие, это вожделение наше, да, это на первом месте, это еда, когда мы не можем себя ограничивать в потреблении пищи и выходим за рамки. И секс также является, он стоит на втором месте после еды. Это тоже наше вожделение, когда это похоть называется, когда у нас вот желание наслаждаться есть, когда мы вожделеем, и когда мы переходим уже за границы, это секс. Потому что многие путают, да, секс с любовью. Потому что секс – это секс, а любовь – это совсем другое. Это более возвышенное, это чувство. А секс – это чувство, это похоть наша. А любовь – это действие. Это действие, когда мы хотим сделать что-то хорошее для человека. Мы хотим сделать что-то хорошее для человека. Это любовь уже. Это уважение. Любовь, когда есть уважение. В сексе не может не быть уважения. Да, мы как животные, как кошки, собаки. Мы хотим, мы вожделеем. Наши желания – это похоть. В сексе нет, может и не быть уважения, когда люди занимаются сексом. А вот когда люди занимаются любовью, да, там на первом месте там уважение. Стремление сделать что-то приятное для человека. Забота о человеке в первую очередь, да, контроль чувств. Поэтому контроль ума, это называется, я ответила Тимирхану, да, контроль ума, когда мы контролируем себя и отказываемся от чего-то, да, в пище, в простых вещах. То есть мы пытаемся искать альтернативу. И так мы потихонечку, маленькими шажочками, мы начинаем контролировать свой ум. Это называется контроль ума. А это и есть бхакти-йога, это и есть духовная практика, начало пути, наши ограничения, воздержание. И так мы постепенно, мы научимся контролировать себя также в других вещах, и в сексе. Будет хаос. Хаос будет в жизни, если мы не будем себя ограничивать и воздерживаться. Мы будем переедать, мы будем страдать от переедания. Мы будем, как кошки-собаки, заниматься сексом, да, на каждом углу, и будем, извините, заниматься сексом и, простите меня за выражение, ну, трахать, да, все, что шевелится. Ну, так, да, вот если выразиться простым языками. Вот, выразиться простым языком. Вот, поэтому, конечно, я прошу за прощение вот за мой такой вот сленг, но давайте называть вещи своими именами. Поэтому, если мы, да, будем, научимся себя контролировать в каких-то, в еде, научимся себя контролировать, да, и будем ограничивать себя, воздерживаться, искать какую-то альтернативу, это не значит пытаться обмануть себя, свой ум. А это значит просто делать маленькие шажочки, да, к новой жизни. Маленькие шажочки к тому, чтобы изменить себя, изменить внутренний свой мир. Изменить таким образом. Все начинается с еды. Все начинается, все самое большое начинается с малого.